В Бурятии локализованы все лесные пожары, об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства. По данным на сегодняшний день, идет дотушивание двух очагов в Кабанском районе и одного на территории Байкальского заповедника. За минувшие сутки в республике ликвидировано два очага возгорания в Кижингинском и Прибайкальском районах. Всего на охране лесов от стихии задействовано 300 человек из числа лесной охраны, парашютистов, пожарных и местных жителей, а также 63 единицы тяжелой и лесопожарной техники. Однако, несмотря на стабилизирующуюся обстановку, на всей территории лесного фонда Республики Бурятия продолжает действовать режим ЧС. Доступ в лес для населения категорически запрещен. Штраф за нарушение запрета составляет от 4 до 500 тысяч рублей.